Всем привет, дорогие друзья! Мы в Швейцарии на озере Лугано. Прямо, можно так сказать, на стоянке яхт. Сейчас мы видим с вами заправочную станцию для катеров, для кораблей, для моторных лодок. Сюда вот они подплывают, заправляются и поехали, поплыли дальше кататься. Смотрите, какая здесь водичка чистая. Здесь буквально вода метров, ну вот начинается где-то с двух, и там пошла метра 3-4-5. Ну и в принципе видно дно, смотрите. Все-таки тянет меня на вот эту вот гору, но пока я до нее еще не дошел. Тянет в ту сторону. Но все-таки пока еще туман не сошел, смысла как такового на нее подниматься нет, так как вид будет не настолько красивый. Нужно, чтобы полностью ушел туман с гор, и тогда будет красивый вид. Вот смотрите, какое большое количество здесь яхт. Сейчас, соответственно, конечно же, зима, сейчас сезон не активный, не тот сезон, который нужен сейчас те, кто занимается водными видами как бы спорта. Потому в любом случае нужно ждать весны. Смотрите, здесь большое количество каяков можно брать в аренду на озере Лугано. Ну, как бы, опять же, сейчас еще пока не сезон. Я так понимаю, что вот и парусники, яхточки, это все можно брать в аренду. Ух ты, сколько здесь вообще всего. Я, друзья, здесь впервые, потому... Вау, вау, вау. Вот ресторанчик прям на берегу. Нужно еще знать, да, свою ракету, можно так сказать. Смотрите, какие ракеты. Зато устойчивость, смотрите, просто супер. Такие. На 2 или на 4 человека. Мне бы хотя бы вот такую вот лодочку простую, самую простую лодочку, самый простой парусник и поплавать где-нибудь здесь покататься.
сзади, как бежит за уточками собака. Ах, класс. Какая счастливая по холодной воде, как моя собака. Ай, молодец, ай, молодец. Начинают ругаться, что собака бегает за утками. Начинают швейцарцы с итальянцами ругаться. И я как раз в кадре этого. Человек, представляете, человек с палочкой, инвалид, и начинает кипишевать что-то. Мы сейчас в прямом эфире. Смотрите, как они конфликтуют. Представляете, и все в прямом эфире. Вообще самый жир, короче. Смотрите. Но драки не будет точно, потому что здесь люди практически говорят, что не дерутся. Но у человека... Он говорит, что здесь камера, да? Камера. Типа нельзя бегать, наверное, за утками, наверное, да? Собака бегает за утками. Вы поняли, в чем проблема? Я, конечно, понял. Собаке, наверное, нельзя просто купаться. Она дальше, а собаке насрать, она тоже. Но, друзья, драки не будет, так что, в принципе, можно видео заканчивать. Итальянцы уже видел, наверное, вот крик, это максимум. Максимум, что может подъехать полиция, оштрафовать и больше ничего. Но руками начинают трогать, смотри, на женщину, мужика начинают трогать. Он же толкнул эту мужчину. А, толкнул, да? Он, да, толкнул, тоже сразу закричал, вон там телекамера. А. Так телекамера, это который кричит, что камера. Фильмато, это фильмары. Он говорит, типа, бей меня, или что он говорит? Sei evoluto nella testa. Ma собак не любит или что? Parassita di cosa? Parassita di cosa? Parassita di cosa? Обзывает его, да? Я не знаю, ты вот вообще чувствуешь травку покуривает. Какой именно? Да дед, который с костылем. А, с костылем? Ладно, друзья, все, буду заканчивать видео, чтобы меня хоть... Ой, и ваши анимали, поверини, которые вы имеете как патроны. Поверини, от авере вы как патроны. Все, друзья, всем до новых встреч, всем пока. Подписываемся на канал.